очаровательной царевне Будур из сказки «Волшебная лампа Аладдина», а точнее, воплотившей ее образ на экране грузинской актрисе Додо Чугавадзе, в этом году исполнилось 72 года. Миллионы зрителей помнят знаменитый кинофильм, но не все знают, что юной героине на момент съемок было всего 14 лет. Как же сложилась жизнь Додо по прошествии многих лет и как она выглядит сегодня? Именно об этом и будет наш новый сюжет на канале «Знакомые лица». Родилась Додо Чугавадзе в Тбилиси в 1951 году. Необычная красота стала результатом того, что в ней течет две крови – русская и грузинская. Девушка выбрала себе путь танцовщицы и поступила в класс легендарного вахтанга Чебукиани. Но судьба распорядилась иначе, и несмотря на многообещающие задатки, девушку ждал другой путь. Совершенно случайно она попала на глаза ассистенту режиссера тбилисской киностудии, и он предложил ей попробовать силы в роли главной героини фильма «Маленькие рыцари». Эта работа положила начало ее кинокарьере. Удачный дебют вселил уверенность в Додо, и она вместе с мамой отправилась на пробы для съемок в экранизации героя нашего времени Лермонтова. Ее почти утвердили на роль Беллы, но возраст, всего 13 лет, стал причиной отказа. По сценарию девушке предстояло участвовать в любовных сценах, и потому ее заменили 20-летней актрисой Сильвией Беровой. Чугавадзе болезненно пережила этот отказ, и уже через год, когда ей предложили сыграть царевну Будур, она на всякий случай скрыла настоящий возраст, прибавив себе лишний год. К тому же, в этом фильме любовных сцен не намечалось, не считая один невинный поцелуй. Знаменательно, что именно во время съемок этого фильма Додо Чугавадзе впервые влюбилась. Предметом ее восхищения стал не прекрасный Аладдин в исполнении Бориса Быстрова, а художник по костюмам Константин Загорский. При этом женщина позже признавалась, чувство ее было платоническим, и никаких ухаживаний не было. Додо Чугавадзе в 30-летнем возрасте удалось сняться еще в одной роли. Это был фильм «В небе ночные ведьмы». Но для зрителей она навсегда осталась неподражаемой багдадской принцессой в залитом солнцем сказочном городе. Сейчас жизнь актрисы течет размеренно и тихо. Иногда ей предлагают сняться в рекламе, а в основное время она преподает ритмику в родном университете. Рядом с ней любимая дочь. Вместе они изредка путешествуют и делятся секретами. Нина выбрала профессию психолога и работает с неблагополучными подростками. Мать гордится дочерью и надеется когда-нибудь познакомиться со своими коллегами по фильму, который так изменил ее жизнь. Спасибо за внимание. Ставьте лайк, если вам было интересно, и не забудьте подписаться на канал «Знакомые лица». До новых встреч!